Давайте рассмотрим решение следующей задачи. Это сохранение отправленных форм обратной связи в информационный блок. Это позволит сохранить, не потерять обращение клиентов, даже если произошел сбой почты. Соответственно, нам нужно рассмотреть компонент формы обратной связи. Он у нас уже присутствует на сайте в разделе «Контакты». Это компонент «Main Feedback». Давайте откроем логику и посмотрим принцип работы. Здесь мы видим, компонент работает с массивом переданных данных в пост, обрабатывает их и отсылает с помощью метода saveOnSend. Далее идет local redirect, который переадресует нас на указанную страницу. Далее, после этого метода, мы не будем иметь доступ к массиву пост, в котором хранятся отправленные данные с формы. Поэтому мы не сможем воспользоваться расширением функционала за счет применения файла result modifier, так как это потребует организовать сохранение данных для последующей обработки. Давайте воспользуемся другим методом. Мы знаем, что у нас есть метод saveOnSend. Он отправляет данные в очередь отправки письма. Поэтому давайте воспользуемся событием, которое происходит на момент постановки сообщения в очередь отправки писем. Это событие называется onBeforeEventSend. Давайте рассмотрим его в документации. Событие onBeforeEventAdd вызывается в момент добавления почтового события в таблицу. Давайте скопируем пример вызова и добавим файл EventHandlers, в котором хранятся обработчики событий. Итак, событие onBeforeEventAdd. Здесь есть ряд входящих параметров. Давайте сделаем dump для того, чтобы посмотреть, что приходит в них. Мы видим, что в первом параметре приходит наименование события, почтового события, feedback form, идентификатор сайта — это второй параметр, и, соответственно, параметры формы. Нам необходимы все эти данные для сохранения элементов в информационный блок, поэтому давайте для начала создадим инфоблок, в котором будем хранить элементы в административном разделе. Создадим его в типе контент. Назовем его feedback form. Шаблон страниц не будем задавать. И отключим индексацию. Так, сохраним. У нас появился инфоблок. Давайте теперь будем добавлять элемент на событие отправки формы. Итак, для начала давайте удостоверимся, то, что мы работаем с событием feedback form, потому что событие onBeforeEventAdd срабатывает на отправку любых писем, любых типов почтовых событий. Поэтому сделаем проверку на соответствие параметра event.
идентификатору feedback form. Далее, так как мы будем пользоваться методом добавления элементов в информационный блок, давайте подключим класс с модуль, в котором содержится этот метод, метод модуль информационных блоков. И дальше воспользуемся методом добавления. Опять же, идем в документацию. Воспользуемся классом CI-блок-элемент. Метод добавления. Посмотрим пример. У нас вызывается объект класса CI-блок-элемент. Далее массив параметров, и с помощью метода add добавляется. Так, давайте сделаем еще раз dump и посмотрим, какие параметры нам необходимо сохранить в инфоблок. Так. У нас есть автор сообщения, email автора, email, кому необходимо отправить, и сам текст. Давайте сохраним элемент с наименованием, который будет содержать в себе автора сообщения. В анонсовый текст сохраним непосредственно сообщение. И также воспользуемся DateActiveFrom. Так, в данном случае у нас параметр инфоблока iBlock ID. Это ID инфоблока feedback form. ID 6. Давайте создадим его в константах. Дальше наименование элемента. Оно будет состоять из поля автор. Давайте запишем в detail текст сам текст сообщения. Он хранится у нас в поле текст. Также дату активности, в которой будет храниться дата отправки формы. Воспользуемся функцией, которая вернет нам время в формате сайта. Это функция convert timestamp. Найдем ее в документации. Она принимает параметр timestamp.
можно поставить false, значит, оно вернет время, текущее время и формат. Формат поставим полный, full. Итак, давайте попробуем добавить элемент. Сохраним. Перешли в инфоблок, и вот мы видим, добавился элемент. Дата создания и текст, detail текст. Давайте настроим форму редактирования элемента для того, чтобы было удобно смотреть. Давайте оставим только одну вкладку элемент, в которую перенесем детальное описание. Удалим остальные вкладки. Сохраним. Итак, теперь у нас есть все доступные поля, необходимые это начало активности, наименование и детальное описание.